В России появится новая выплата на первого ребенка. Госдума приняла законопроект о введении ежемесячных пособий. Кроме того, было решено продлить программу материнского капитала до 2021 года. Подробнее о нововведениях расскажем прямо сейчас. Госдума окончательно приняла законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Пособия будут рассчитывать с учетом дохода семьи. Он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Деньги родители будут получать с момента рождения или усыновления ребенка и до его полутора лет. Также предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств материнского капитала. Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета. Она будет касаться около 340 тысяч человек ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей. Для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Второй закон касается продления программы материнского капитала до 2021 года. Кроме того, закон расширяет сферу его применения. С 2018 года средства можно будет использовать для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста.